закономерен ли, на ваш взгляд, итоговый счет? Ну, трудный вопрос. Как он развивался, матч, мы вели 2-0, там уже добавочного времени, то, наверное, конечно, он закономерен. С другой стороны, мы забили 2-1, и там он на последней минуте еще пенальти был, который судья не дал. Так что могли отскочить. Вот. Что касается, если не берем судейство, которое было, мы считаем в целом просто безобразным. Даже не буду обсуждать, куда. Вот. Что касается самой игры, то, на наш взгляд, был очень боевой матч. Вот. Неплохая команда молодая, вот Воронеж, ребята воронежские. Подвижная, быстрая, злая. Вот. Но я так надеюсь, мы там в целом ничем не уступали. Вот. Была такая борьба, кто кого проломит. Ну вот еще раз повторю, ну так вот, ну, с помощью судьи они проломили все-таки нас. Готовы ли выделить кого-то в составе хозяев поля? Ну, я не хотел бы сейчас фамилии называть. Мы вообще готовились, ребята изучали всех. Вот. Подвижные, хорошие ребята, быстренькие. Вот. Ну и опытный парень там выносит мне там в строй порядок. Вот. Хорошая команда. В целом непонятно, почему они там цепляют в последних матчах очки. Вот. Но это не значит, что мы там собирались проигрывать сегодня или чем-то уступать. И я так, мы все равно уверены, что мы, ну так бы, ну явно-то точно не уступили. Вот. Но сложилось вот так 2-1.